Здравствуйте, приздравствуйте, дорогие мои телекраеведы! Я, конечно, не Александр Сергеевич Пушкин, но, согласитесь, каждому из нас хочется оставить свой след в истории и в вечности. С вами я, Женя Гринкевич, и свежий выпуск программы «Где идем?». Мы сегодня продолжаем гулять по легендарной Дерибасовской улице, и у нас вторая серия. В прошлый раз мы остановились здесь, на перекрестке с улицей Ришельевской. Отсюда и уже до завершения Дерибасовской на Преображенской улице самая оживленная ее часть. А истории здесь, ну, просто мама не горюй. Можно хотя бы вот уже вспомнить о том, что на этом самом перекрестке противные налетчики у бабушки отобрали честь. Во сколько там, 7-8 часов вечера. Это, конечно же, народный фольклор. Но далее у нас только настоящие и самые интересные истории. Итак, продолжаем. В 1930-е годы Владимир Жаботинский в романе «Пятеро» восторженно назвал Дерибасовскую королевой всех улиц мира сего. Красиво и метко, и не надо тут приводить никаких оговорок. Так и есть на самом деле. И дело ведь даже не в архитектуре, а в людях, которые с удовольствием здесь гуляют и стремятся попасть в Одессе в первую очередь именно на Дерибасовскую. Это самый центр города, который всегда остается площадкой саморепрезентации городской общины. Обычные покупки, прогулки, развлечения теперь доступны в различных микрорайонах поблизости места жительства. За необычным в театры, музеи, выставки едут, как говорят в Одессе, в город, в центр его исторической части, которая остается основным носителем одесской идентичности. Но еще интереснее пройтись по Дерибасовской, если хоть немного знаешь, что тебя окружает и что здесь когда-то было, кто жил. Начнем сегодня вот с этого здания. 11 номер на Дерибасовской и 6 со стороны Ришельевской. Сегодня это управление Национального банка Украины в Одесской области. В советские времена это было отделение Госбанка СССР. Здание построено в 1956 году на месте другого старинного дома, который был уничтожен во время войны. И это современная история. А вот та старинная, она настолько обширна, что, к сожалению, времени нашей программы не хватит рассказать историю только одного этого дома. Поэтому я предлагаю вам узнать ее, но в сжатом виде. Но самое интересное. Итак, история угла двух улиц. Здесь когда-то стоял длинный двухэтажный, но приземистый дом милой провинциальной архитектуры с двускатной железной крышей, небольшими окнами, над которыми летом нависали полосатые тенты, маркизы, тупо срезанным углом и балконом с алебастровыми балясинами. До 1838 года тот дом принадлежал некоему господину Мясникову, после него господину Посилину. Большую часть 19 века в том доме главным образом было средоточие мастерских ремесленников, но только самого высокого качества, все-таки центр города как-никак. Здесь стригли, шили на моднейшую женскую одежду, изготавливали высококачественную обувь исключительно в французском стиле. Здесь чинили часы всевозможных размеров, но только самые дорогие. Доводили до ума и продавали оружие, а также шили и продавали шапки. А вот здесь, на этом самом углу, в подвалах, располагалась виноторговля. Господина Врета, Цезаря Гинанда, Франца Нуво, господину Британову принадлежала виноторговля поставщика двора Его Величества, короля Сербии. О как! В начале 1850-х в доме Посилина открылась купеческая контора Фендериха и его мануфактурный магазин. А позже, породнившись с семейством Белино, Фендерихи основали крупнейшее в Одессе промышленное товарищество Белино-Фендерих. А золотых и серебряных дел мастер Минасей Пуриц, торговавший здесь с конца 20-х годов, так мудро вел свой бизнес и передавший свою торговлю часами и ювелирными изделиями наследникам, обеспечил для нескольких поколений своей семьи достойное будущее. В 1892 году старый дом Посилина откупил внук Минасея Яков Пуриц и полностью перестроил его, и вот вы видите на старой фотографии.
Кстати, Валентин Катаев о том магазине «Пурица» писал, что он является лучшим на юге Российской империи. И однажды его даже обокрала скандально известная Сонька «Золотая ручка». Правда, это произошло еще с Минасеем в 1869 году. Похищенное тогда оценили на сумму в 10 тысяч рублей серебром. Любители литературы могли приходить сюда, в книжный магазин господина Руссо, который, кстати, просуществовал с 1866 года и вплоть до революции. И именно благодаря стараниям магазина Руссо в 1913 году свет увидела книга замечательного романтика-летописца нашего города Александра Дерибаса «Старая Одесса». А с 1911 года здесь помещалось отделение Северного банка, в котором бухгалтером работал папа Ильи Ильфа Ария Файнзельберг. И еще здесь находилась контора банка, банкирского дома Гринфельда и Люльки. Ну а перед Второй мировой войной областная контора Госбанка. Далее вы все знаете. Теперь давайте посмотрим напротив. Большущий дом под номером 12 мы видим с вами сегодня. А что мы знаем за него? Давайте тут поступим таким образом. Я начну рассказывать с самого начала историю этого участка, а потом подойдем к истории нынешней. Итак, на углу с улицей Ришелевской и Дерибасовской, вот на этом самом месте, были владения и построился итальянский подданный секунд-майор Виктор Яковлевич Поджо. Ну, это был Витторио Амадео. Основной род его занятий – это были казенные и частные строительные подряды. А также он доставлял в город строительный материал в виде ракушечника, так называемой пуццоланы. В 1800 году этот человек сдал свой дом для приезжающих господ генералитетов под квартирование на 6 месяцев за 175 рублей. А по свидетельствам сына Виктора Яковлевича, известного декабриста Александра Поджо, у отца постоянно останавливался сам генералиссимус Александр Суворов, бывавший в Одессе по делам и проездам. А еще дом Поджо минимум на полгода снял для проживания и своей канцелярии наш дюк де Ришелье, когда приехал в Одессу. Виктор Поджо скончался в 1812 году, и после дом его перешел к жене и наследникам. В 1824 году дом Поджо выкупил итальянец, действительный статский советник Лука Григорьевич де Кирико. А уже с начала 30-х годов 19 века дом перешел к его наследникам. Ну, на верхнем этаже этого дома всегда располагались элитарные увеселительные заведения. Вот еще при Поджо в 23-м году там, например, находилось казино. Казино Луиджи Лемме. И в него даже пару раз заглядывал сам Александр Сергеевич Пушкин. Затем это была ресторация господина Маттео, которая славилась в городе своей изысканной итальянской кухней. И, между прочим, в той ресторации давали обед самому Николаю Васильевичу Гоголю, когда он в 1851 году посетил Одессу. В 1830-х годах, помимо высококлассных увеселительных заведений, включая кафе-кондитерские, в доме де Кирико помещались лучшие салоны мод. Парикмахерские, часовые, ювелирные, оптические мастерские, музыкальные, оружейные, табачные и так называемые английские магазины. Это такой салон на роскошных, престижных, качественных зарубежных товаров, преимущественно английских. В одном из таких магазинов господина Кортация начинал восхождение к славе и богатству тогда еще никому неизвестный паренек Вильгельм Вагнер, который вскоре дослужился до хозяина этого самого магазина, а со временем настолько расширил бизнес, что смог позволить себе построить огромную гостиницу, она называлась «Европейская», а чуть позже он организовал один из самых первых в нашем городе и самый известный торгово-развлекательный комплекс в здании бывшего Ришельевского лицея. Но об этом мы будем говорить в следующей серии «Прогулки по Дерибасовской». Довольно долго в доме Кирико процветала знаменитая кондитерская Адольфа Замбрини, собиравшая самую изысканную публику, а на смену ей пришло аналогичное заведение Шаца, но уже с немецким уклоном. Уже в начале 1840-х годов одним из самых популярных в Одессе куаферов, парикмахеров,
считался итальянец Луиджи Антонович Контесини, который надолго обосновался в первом этаже дома Кирико. Специфика этой профессии того времени была не только стричь и брить. Мастер был просто обязан развлекать клиента, а главное — снабжать его всевозможной оперативной информацией. Именно таким манером парикмахерская Контесини превратилась в своеобразную справочную контору. Заинтересованные приезжие специально даже оповещали мастера о своих деловых намерениях с тем, чтобы он потом распространял эту информацию. В начале 1870-х годов дом Кирико перешел во владение другой семьи, которая была, ну, очень известна в нашем городе. Видны общественные деятели, благотворители, почетные граждане города, канатозаводчики Новиковы стали владеть тем домом. И вы знаете, очень трудно представить сейчас вам тот спектр фирм и организаций, и контор, которые здесь располагались до кардинальной перестройки дома перед Первой мировой войной. Только один реестр занял бы несколько страниц текста. Но все-таки кое-какие основные моменты вспомнить надо. Прямо на углу находился вход в представительство товарищества «Ж. Блок», которое занималось реализацией импортных швейных машин. А перед входом в означенное представительство дислоцировался один из самых посещаемых в Одессе книжно-газетных киосков, каковой арендовал некто Лейба Берман Хаймович Мейерцук. Но в 1912 году на этом месте по проекту архитектора Семена Ландесмана возвели величественное пятиэтажное здание. Оно действительно очень мощное и строилось первоначально под банковское учреждение. То здание, где сегодня и с начала 20-х годов прошлого века был ЗАГС, также принадлежало Новиковым и строилось вместе с этим большим, и в нем первоначально помещалась банкирская контора «Ашкенази». А в довоенные времена при советской власти там поместили зал Губпрофсовета. В первые послевоенные годы, когда еще не все здания были восстановлены, на Дерибасовской 12 помещался исполком Горсовета и множество различных учреждений. От противооползневого управления и карточного бюро до междугородней телефонной станции и инкубаторно-птицеводческой конторы. На углу в 1980-х был большой кондитерский магазин под названием «Торт», а сбоку в подвальчике разносила аппетитный аромат популярная шашлычная, известная под фольклорным названием «У бабы Ути». Хотя там лучше готовили купаты, метитеи и люля-кебаб, нежели шашлык. Но сегодня на ее месте музей восковых фигур. И здесь всегда жили люди. Это был самый современный и, как сегодня принято говорить, продвинутый дом в Одессе на момент его постройки. Здесь было электричество, лифты, консьержи, паровое отопление, ванные комнаты, сплавная канализация и многое другое, что облегчало быт жителей этого дома. Но здесь пока все. Мы выходим из этого двора и переходим на нечетную сторону и изучаем историю дальше. Дом под номером 13. Когда-то это был адрес архитектора Франца Фрапполи. Здесь же он и построил себе здание в 1804 году. На надворотной решетке дата немного ошибочна, но тот дом был очень симпатичный и одноэтажный. После его кончины в 1817 году его вдова Мария Аделаида, удачно выдав замуж дочь Викторию за сына неаполитанского консула в Константинополе графа Людольфа Павла Марини, в 1828 году принялась за перестройку старого одноэтажного дома уже в новый двухэтажный. И именно этот дом сохранился по сей день и в начале нулевых был реконструирован под гостиницу с достройкой одного этажа. Обновленное здание, принадлежавшее Марии Фрапполи, было готово в 1829 году. И его мастерски сработал архитектор Франц Буффо. В 1860-е годы дом Фрапполи унаследовала дочь архитектора Виктория Францевна в замужестве Марини. В начале третьей четверти 19 века дом все еще принадлежал семейству Марини, а дальше вплоть до самой революции – Сепчем. Начиная еще с воронцовских времен, дом Фрапполи сделался подлинно элитарным торговым центром Южной Пальмиры,
который вплоть до самой революции специализировался в основном на двух видах бизнеса – ювелирном и фотографическом, хотя в первые десятилетия существования упор делался преимущественно на виноторговлю. С 1840-х годов в доме Фраполли помещалось виноторговое предприятие Жульена, а с 1850-х – представительство одной из самых авторитетных виноторговых фирм Европы – Депо Вин Дельбоса-старшего из Бордо. В доме Фраполли квартировали и популярные магазины мод. Перед Первой мировой войной дом Фраполли называли «малым пассажем», поскольку фасадные и дворовые флигели целиком были заняты торговыми помещениями. В разные годы в доме на Дерибасовской 13 квартировали известные адвокаты, инженеры и архитекторы, музыканты, медики. Например, знаменитый Эраст Андреевский, личный врач семейства Воронцова и многие другие. Многие взрослые одесситы хорошо помнят этот дом как дом военной книги, благодаря тому, что здесь долгое время располагался соответствующий магазин. Ну а сегодня здесь четырехзвездочный отель с оригинальным названием «Фраполли» и очень хороший ирландский паб. Здесь пока все. Движемся дальше. Под 14-м номером здание бывшего проектного института номер 3, построенное в 1953 году архитектором Фельдштейном и в 79-м перепрофилированное для поликлиники номер 5. Но это в советские времена, а сегодня обычный жилой дом с кафешками и магазинами. В этом же доме находится уникальный музей шоколада, о котором уже снят отдельный выпуск программы «Где идем?». Ищите в интернете. Но это не все. Ранее на этом месте стояло трехэтажное здание греческого коммерческого училища, которое построил архитектор Демосфен Мазиров в 1890 году. А в 1893 году Львом Влодыком было пристроено двухэтажное здание магазина, на месте которого с 1956 под номером 14А стоит жилой дом работников рыболовецкой компании «Антарктика». Она состояла в разные годы из китобойных флотилий «Слава», «Советская Украина» и «Плавбазы Восток». Напротив стояла вот такая вот будка, пост, в которой дежурил и зорко следил за порядком вокруг советский милиционер. И да, напротив последний адрес в сегодняшней телепрогулке. 15-й смотрим. Здесь давайте поступим так же, как и с 12-м номером. Начнем с самого начала истории, а потом приблизимся к времени сегодняшнему. Так вот, изначально вот этот участок за моей спиной принадлежал Георгию Врето, который построил здесь собственный дом еще в 1796 году. Этот человек являлся уроженцем ионического острова Кефера, потом служил волонтером в русско-турецкой войне и еще чуть позже трудился российским генеральным консулом на родной Кефере. По сути, этот человек являлся одним из основателей Одессы, потому как при поддержке дюка де Ришелье он способствовал переселению сюда, на нашу территорию, около 300 жителей архипелага, то есть островов Эгейского моря. В 1800 году господин Врето в своем доме открыл первое в городе учебное заведение, рассчитанное на 40-70 подростков. Это был такой вот прообраз будущей коммерческой гимназии, в котором преподавали два учителя на греческом и итальянском языках. И вот тут, друзья мои, я должен вам сказать, что именно благодаря этому учебному заведению улица, по которой мы с вами сегодня гуляем, получила свое самое первое название – «Гимназская». Тот дом под 15-м номером простоял до середины 1960-х. В остатках того здания находилось небольшое простенькое кафе, которое в народе называли «Рваные паруса», в противовес стоящему по диагонали большому и хорошему кафе «Алые паруса», о котором мы будем говорить позже. А затем все демонтировали и на его месте возвели ресторан «Юбилейный», впоследствии переименованный в «Братиславу», и уже в конце 20 века переоборудованный под казино «Эльдорадо». Того казино, или, как говорят в Одессе, барбута, уже не существует. На его месте сегодня по-прежнему какой-то ресторан и магазины. Вот от того прошлого осталась только вот эта вот мозаичная колонна и воспоминания одесситов. И все, дорогие друзья, здесь я завершаю вторую серию нашей эпопеи под названием «Дерибасовская улица» и пойду немного отдохну. А вы запасайтесь семечками и компотом. Впереди еще очень много интересных историй. До встречи!
хорошая собака. Ну, это собачка хорошая, ты говоришь. Чубик. Он не кусается? Ну, если его не трогать. Я тебя не буду больше трогать, Чубик, только ты меня не кусай. Хорошая собака. Да, конечно. Собаки ходят.